кем ты разговариваешь, папа? Саша, хватит нас пугать. Что мы будем делать дальше? Ты сильно изменился после поездки. Ты потерял работу. Ты перестал с нами разговаривать. Все будет хорошо. Просто нужно подождать. Там впереди у дерева что-то есть. Только песчаной бури мне не хватало. Видимо, это доска отца. Он тоже пытался разобраться во всем.
Здесь стоит стойкий запах серы. Не поддается. Я не знаю комбинацию.
похоже на огромную лужу чернил. Похоже на огромную лужу чернил.